Сегодня речь пойдет о гарнитуре Defender HN-U109. Из особенностей этой модели в первую очередь стоит выделить подключение посредством интерфейса USB, что позволяет использовать гарнитуру даже с компьютерами, не оснащенными звуковой картой. Конструкция гарнитуры типичная. На расстоянии примерно полуметра от наушников, на проводе, закреплен блок управления, при помощи которого можно регулировать громкость и включать или выключать микрофон. Микрофон размещен, как обычно, на левой чаше. Качество звучания находится на приемлемом уровне. В композициях прослушивается достаточное количество баса, начиная с 35 Гц. При этом явно имеется завал в области средних частот, что слышно в ряде композиций. Что касается использования гарнитуры по своему прямому назначению для совершения звонков и общения, то здесь она справляется хорошо. Собеседника слышно отчетливо, голос реалистичен. Нас также было слышно отлично и без посторонних шумов.